Телеканал КРТ представляє. Останнім часом я відчуваю, що наше керівництво хоче повернутися до жорсткого карантину. Так. Як ви вважаєте, якщо ми дійсно повернемося до цього жорсткого карантину, це більше медичне питання буде, чи це політичне питання буде? Ви знаєте, я отвечу на цей питання анекдотом. Коли обращається, значить, пацієнт доктор, говорить: «Доктор, скажіть, а карантин ще довго продлится?» Говорит, отвечает пациенту: «Ну, знаете, говорит, вы извините, но я политикой не занимаюсь». И вот это очень конкретный и лаконичный ответ на наш вопрос. Поверьте, карантин ничего общего с болезнью COVID-19, я вам скажу так, не имеет. Почему? Потому что COVID-19 – это разновидность вируса SARS. Это его штамм отдельный, так? Да, я могу вам сказать одно, что я знаю, что этот штамм был, скорее всего, получен искусственным путем. Причем делался он на основе вируса СПИДа. То есть цель этого штамма, на мой взгляд, была попытка создания биологического оружия, которое бы уничтожало население планеты. Но в результате как бы ничего не получилось. И этот штамм просто превратился в обычный грипп, не более того. Представьте, 80% населения перенесло и переносит этот вирус даже бессимптомно, то есть вообще нет никаких признаков. А только у 10% это вызывает заболевание. И при этом смертность, что бы кто ни говорил, это не относится к категории особо опасных инфекций. Почему? Потому что особо опасные инфекции – это такие, как дифтерия, такие, как холера, как чума, тиф и так далее. То есть это те инфекции, при которых очень не просто быстрая, высокая контагиозность, то есть высокая заразность, да, но и очень высокая смертность. И есть конкретные патологоанатомические изменения, которые являются причиной смерти. Здесь же, в данном случае, да, насколько я изучал данные не только украинских, но и международных различных медицинских организаций, именно данные и патологоанатомов, в том числе и клиницистов, я не нашел какой-либо причины называть эту болезнь і відносити категорії особо опасно. Я не знайшов. Хотілося б тоді запитати, розумієте? Я просто пригадую інтерв'ю, яке давав хірург Тодуров, і мене вразило, що він сказав, за період, коли ми рахували там 200 людей, які загинули від COVID-19, в той же самий період в Україні 65 тисяч людей померло від того, що у них були проблеми з серцем. Тобто, да. І мені цікаво просто, чому, якщо ми, ну, ми розумні люди, ми маємо логічно думати, чому ми не звертаємося до статистики і чому ми не виводимо, наприклад, кількість людей, які від сердечно-сосудистих захворювань, чому скільки людей в ДТП загинуло, скільки людей від інших хвороб. Чому ми не показуємо, а тільки увагу приділяємо? В тому-то і діло, що це умишлено. Пытаются правительства нашей страны, и не только нашей страны, умышленно заострять внимание именно на этой патологии. Вот если бы они нам ежедневно показывали общую смертность в разрезе всех патологий, вы бы поняли, что действительно от вируса COVID-19 умирает всего 1,5%. Это где-то на предпоследнем месте стоит среди всех патологий, от которых сегодня умирают украинцы и вообще люди во всем мире. Действительно, на первом месте стоят заболевания сердечно-сосудистого характера. Это инсульты, инфаркты и тромбоэмболии легочной артерии или дрібні тромбози. А як на цю хворобу впливає те, що людей закривали, наприклад, в квартирах, і вони нікуди не ходили? Я вам хочу сказати, що от ці меры безпрецедентні, які вони прийняли по отношению к украинскому народу, это преступление, на самом деле. И просто некому сегодня этим заняться и подать в суд. Это наши юристы с медиками объединились и подали бы заявление
заявление в суд о привлечении к уголовной ответственности руководства страны. Эта эпидемия никогда не закончится, и карантин никогда не закончится до тех пор, пока этим вопросом о привлечении к уголовной ответственности за злоупотребление своим служебным положением и превышение полномочий, пока за это не привлекут к уголовной ответственности премьер-министра, министра здравоохранения и президента Украины, до тех пор это сегодня не остановится.